Из-за гололеда в этот день в Омске каждый час происходило не меньше 10 аварий, сообщили госавтоинспекторы. С трудом передвигались и пешеходы. В сети уже появились видеоролики, на которых хомячи пытаются хотя бы просто устоять на скользких тротуарах. Некоторых сносит ветром. Коммунальщики оказались не так расторопны, как хотелось бы. Пешеходные тропинки вечером не посыпали. Впрочем, и утром ситуация не изменилась. Жалуются хомячи в социальных сетях. Улицы по всему городу превратились в каток. Немногим лучше стало ближе к полудню, когда ледяная корка подтаяла.